Они выходят в рейс, когда город еще спит. Под стук трамваев и мотор автобусов в Самару приходит утро. И первыми, куда приходят жители, это салоны общественного транспорта. Профессиональный праздник сотрудники городских дорог будут отмечать в предстоящее воскресенье. А сегодня их уже поздравляли на торжественном собрании. Им вручили областные и городские награды. Майя Зуева – водитель трамвая первого класса. Уже больше 20 лет в профессии. Есть любимые пассажиры и восторг, что нет дороги окончания. Смотришь в вечернее время, да, реально, там с каждым годом наш город становится все красивее, ярче. Когда я начинала, улицы вообще не освещались, было темно. А сейчас каждый раз едешь по маршрутам, по разным, смотришь, как все-таки разросся наш город, очень красивый стал. Восхищение берет, восторг. Награды вручили первые лица города и области. Общественный транспорт играет стратегическую роль в жизни города. А в дни проведения чемпионата мира по футболу именно на транспортника возлагается главная миссия – доставить гостей и болельщиков к месту проведения игр. С каким настроением, с каким подъемом душевным встречать будете туристов и гостей других регионов, будет зависеть общее впечатление о нашем городе. Я хотел сказать огромное спасибо нашему правительству региональному, которое помогло нам купить дополнительный подвижной состав. 175 единиц подвижного состава появилось в городе. Это и автобусы, это и трамваи современные, и троллейбусы. В Самаре сегодня строятся мосты и развязки. Большая часть городских дорог уже приведена в нормативное состояние. Впервые за много лет прокладывается новая трамвайная линия. Профессии водителя становятся престижные. Во всяком случае, так считают те, кто много лет за рулем. Оксана Лебедева продолжает династию водителя троллейбуса. 450 тысяч километров без аварийного вождения. Награждена специальным нагрудным знаком. С машиной на «ты» уже много лет. Это была мечта моего детства, потому что у меня мама водитель троллейбуса. Я с ней очень времени много проводила, и поэтому это стало моей мечтой. Мне это очень нравится. Вот, и особенно люблю по вечернему городу ездить. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.